Поэтому мы и приветствовали владельцев всех наших магазинов. Так для них улыбился, аж челюсть свело. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы они остались, особенно в бутике. Довольно-таки популярно. Меня звали Большое Солнце, а ее Маленькое Солнце. А для меня ты как расплющенное солнце, вечно прячешься и ищешь себе оправдание. Исчезни. Пожалуйста, снизьте цену. Отстань. Президент, вы же пошутили насчет платных услуг, да? Если бы я шутил, ты бы смеялась. Смотри, плакать начнешь. У тебя есть личное убежище, разберись со всем и возвращайся. Позволю дотронуться бесплатно. Почему с самого начала ты со мной фамильярничаешь? Ты же явно младше меня. Да, ты явно старше меня. Хочешь, буду звать тебя тетенькой? Это нападение, дурдом какой-то. Я же говорю, ничего нет. Что опять? Сопельки, это сопельки. Сморкнись как следует. Ну это не похоже на сопли. Постарайтесь избегать Тэян. Круги на полях менее загадочные, чем темные круги под ее глазами. Бедненький. Запутал как мог. Так я красивая или нет? Это Гуншиль. Он следит или ревнует? Линзы выпадают, когда шевелю мозгами. Я не переживаю по этому поводу. Даже если мы столкнемся с ним, я объясню ему, что мы просто слегка дружны. Так что не волнуйся и пойдем. Ты вообще знаешь, какая честь быть в дружеских отношениях с президентом? Даже леденец Кан воспринимает тебя серьезнее. Я поеду на метро. Оно катает любого. Если умеешь им пользоваться, поехали. Что за парень? Чёрт! Поскольку Джуон занят делами с Китаем, ты должен позаботиться о концерте. Я разберусь с кабинетом Баншиль, пока его тут нет. Я же тебе говорил, она не ба... Люблю тебя. Почему ты опять так делаешь? Всего лишь человек. Я не человек. Я богиня. Телерен, один день. Нет. Мы встречались всего 1 минуту и 30 секунд, но я благодарен тебе за эти воспоминания. Будь счастлива. А сколько вы заплатили за этот амулет? Не знаю. Духовка в той комнате. Пики сколько влезет. Ладно. Тут даже призраку негде спрятаться. Меня пригласили. Тут тесно. Исчезни. Ты. Она говорит, ты ей не интересен, ведь это впервые, когда мы слышим такое. Не трясись. И не бесись. Нужно заключить с ней новое соглашение. Терпи. Вместе со мной. Не смешно ни разу. Неинтересен, говоришь? Не прикасайтесь. Сейчас неподходящий момент для бессмысленного убежища. Лучше идите домой. Уже в 4-й раз сказала мне исчезнуть. Я все считаю. Она спит? Пребывание здесь всего лишь уловка, просила привезти все необходимое. А сама дрыхнет? Тэгуншиль, усердно старайся меня соблазнить. Делай все, что в твоих силах. Удачки!